Сегодня мы готовим пирожки в духовке с требухой. Эти пирожки, конечно, можно жарить и на масле, но там будет, конечно, немного другое тесто. И получаются они очень жирными, поэтому мы больше предпочитаем сделать это в духовке. Сейчас я вам покажу рецепт теста. Берем муку, дрожжи, одну ложку сахара, 2 яйца. Отдельно опару я не делаю. Этого не нужно. Тесто все равно очень хорошо поднимается. Подсолнечное масло. Добавляем теплое молоко. Количество продуктов на одну порцию вы можете посмотреть под видео. Сейчас мы его накроем полотенцем и оставим подходить на пару часов. Наше тесто подошло. Делаем вот такие кругляши. Раскатываем. Не совсем большие. Начинка у нас требуха, очищенную. Полуотварную мы проводим через машинку, через мясорубку. После поджариваем с луком, перцем, солью. И она готова. На середину нашего листа теста кладем требуху. Вот таким вот образом. Закрываем. Так собрали, вниз вот этим швом кладем на противень. Пирожки сверху смазываем яйцом, хорошо взбитым. Сверху посыпем черным кунжутом и ставим в духовку на 180 градусов. А вот и наши пирожки. Как видите, подрумяненные, красивенькие. Давайте посмотрим, как у нас там дела обстоят. Ух, горячо. А вот и начинка. Приятного аппетита! Если вам понравилось сегодняшнее видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.